Для того, чтобы приписаться к поликлинике, пациентам приходилось действительно попотеть. Нужно было взять справки с места жительства и работы, а также другие документы, и прийти в медучреждение по прописке. Теперь гражданину достаточно определиться с поликлиникой, где он хочет обслуживаться, прийти с паспортом и получить договор по оказанию медуслуг. Но если у пациента есть облачная цифровая подпись, он может приписаться, не выходя из дома. Новый же регламент подразумевает то, что пациенту не будет необходимо приходить в поликлинику. Он сможет зайти на государственный портал электронных услуг в случае наличия облачной электронной подписи, которую он на бесплатной основе может получить в любом ЦОНе. И зайдя, он сделает заявку на приписку в поликлинику, подпишет цифровые документы именно на госпортале, и все, в автоматическом режиме он будет приписан уже к новой ОЗ. Это нововведение не что иное, как огромная работа по дебюрократизации процедуры. Другими словами, разрушаются барьеры, которые мешают получить своевременную медицинскую помощь и делают ее доступной для каждого. Второе нововведение – это исключение территориального принципа. Если раньше люди могли прикрепляться к поликлиникам только по месту своей прописки, сейчас человек уже, если хочет обслуживаться в любой поликлинике, он может прийти туда с паспортом и прикрепиться. Это второй принцип. И третий принцип – это финансирование будет идти за пациентами в ту поликлинику, где они прикрепляются. Таким образом, чем больше у поликлиники будет обслуживаемое население, тем больше у них будет финансирование, и тем больше они смогут располагать средствами для увеличения своей материально-технической базы. В настоящее время Минздрав проводит параллельно информационную работу среди медицинских работников. Новый порядок доведен до руководства каждой поликлиники. Теперь задача их провести внутри коллектива разъяснительные беседы, объяснить новый порядок и запускать эту процедуру. Конечно, мы ожидаем, что первое время, возможно, месяц, будут какие-то вопросы со стороны медработников, со стороны населения. Мы открыты, готовы отвечать каждому и доводить этот порядок до сведения любого заинтересованного человека. Отметим, пациент сможет один раз в квартал сменить поликлинику. Также при смене места жительства сможет приписаться в любой ЦСМ. Улан Касенов, Нуркамиль Асанов, АЛАТО 24.